прошлой неделе я был на встрече со студентами Гарварда и Университета Южной Дакоты. И я сказал им, просто попытайтесь найти свою страсть. Возможно, этого не случится сразу, но не плететесь бездумно по жизни. И старайтесь найти то, чем вам действительно нравится заниматься. Да, не всем повезет и не каждому удастся это сделать, но это должно быть вашей целью. А зарабатывать больше на 10 баксов в неделю на нелюбимой работе в сравнении с меньшей зарплатой на любимой, думаю, выбор очевиден. Знаете, мы с Биллом много лет назад, когда мы только познакомились, его отец попросил нас и еще несколько человек написать на листе бумаги одно слово. То, что, по нашему мнению, могло привести нас к успеху. Мы с Биллом написали слово «сосредоточенность». Он был сосредоточен на программном обеспечении, а я на инвестициях. И именно это помогло мне так рано начать. Без сомнения.